Югра выиграла федеральный грант на поддержку семей с детьми. Округ стал участником всероссийского конкурса фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Призовой фонд более 250 миллионов рублей. В итоге социальные практики сопровождения малообеспеченных семей в ближайшие два года будут реализованы в 20 регионах победителей. Югра получила грант в размере 12 миллионов 200 тысяч рублей. Эти деньги направят на повышение качества жизни детей в семьях с низким уровнем дохода. В их числе многодетные, а также семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, и те, которые создают бывшие воспитанники учреждений для детей-сирот.